Психология, общение, базовые принципы. Базовые принципы общения легко понять, но практически невозможно применять в реальности. Вот они. Я признаю и понимаю право других людей на выражение своих чувств, мыслей и взглядов. Я излагаю свою точку зрения и говорю сам за себя. Я хочу объединить твою точку зрения в мою, но не противопоставляя и смешивая их, а сопоставляя их и ставя в один ряд друг с другом. Рассуждая так, мы сможем делиться, обмениваться. Из этих принципов следует: я не позволяю другим говорить за меня. Я предлагаю другим говорить за самих себя. Я допускаю, что слышать друг друга – это не значит иметь одинаковое мнение, чувства и точки зрения. Я принимаю тот факт, что мои взгляды и взгляды других людей могут не совпадать. Ребенку, который боится, я говорю: ты боишься, и предлагаю ему рассказать о том, чего он боится. Иногда я могу ему сказать, что не боюсь того, чего боится он. Другу, который хочет решать за меня: ты должен интересоваться не только комиксами. Я пытаюсь сказать: нет, я не хочу, чтобы ты говорил, чем мне нужно интересоваться, а чем нет. И даю возможность высказать свое мнение. Если хочешь, скажи мне, что ты чувствуешь, когда видишь меня уткнувшимся в комиксы, как сегодня вечером. Такие диалоги происходят потому, что мы не знаем, как говорить с людьми про них самих. И так может длиться до самой смерти. Если только мы не попытаемся обрести право голоса. Обретение своего голоса – вот ваша основная задача. Все изменения рождаются в этом трудном и мучительном процессе. Обретите свое мнение, свой голос, который принадлежит только вам и отличается от того, что вас воспитали.